OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Центробанк предложил криптовалюты у нас запретить. Главный аргумент – все платежи анонимные, а потому неконтролируемые. Президент отреагировал взвешенно, призвал Центробанк и правительство все обдумать и прийти к единому мнению. Ведь помимо минусов, у криптовалюты есть и плюсы. Готовых рецептов нет. Бесконечные ряды компьютеров, выстроенных в длинном ангаре в несколько этажей, производят такой шум, что и в заводских цехах услышишь не всегда. Но это еще не все. Это шумят миллионы вентиляторов, работающих для охлаждения аппаратуры. Криптовалюта – символ экономики 21 века. Это в прямом смысле горячая тема. Данное оборудование при своей работе нагревается порядка до 60-70 градусов. Эта система обходится без участия традиционных банков. Она напоминает колхоз без председателя. Конечно, это проблема. Конечно, проблема. Собирается очень много людей, у всех равные права. Они выпускают свои деньги, организуют их вращение. Вот, знаете, во всяком случае, это очень похоже на... Меняют эти деньги на рубли, доллары, евро и на все остальное по какому-то переменному курсу, который они, собственно, сами рыночным путем находят. Да-да-да. Поэтому это такая... немножко анархичная, очень необычная для классической финансовой системы штука. Такое есть. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны. Сейчас надо сдержать хохот. Вот я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению. Надо выглядеть прилично. И просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты. К этим напастям надо относиться как к неизбежному. Налоги на добычу виртуального золота вполне могут исчисляться в традиционных денежных единицах. В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост биткоина по отношению к доллару. У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит, что ж я делаю, что ж я сижу. Ну вот надо же действовать. А что действовать? Надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая свое имущество, продавая свои дома. В мире появились первые миллиардеры, заработавшие состояние не на долларах, баррелях или акциях, а на новой цифровой валюте биткоин. Ну это вообще просто уму непостижимо. Это просто подонки. Тем временем в России бум спроса на так называемые фермы – оборудование, которое позволяет добывать криптовалюту промышленным способом. Курс биткоина вновь побил рекорд. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли. Потеряли все, что имели. Ну вот надо же действовать. А что действовать? Надо покупать эти биткоины. Глава Сбербанка Герман Греф сегодня признался в том, что владеет так называемой криптовалютой, небольшим количеством биткоинов. Это новый вид денег, криптовалюта. Это, конечно, не наличные, это запись в компьютере. Тренды этого года, в том числе криптовалюты. Криптовалюта. Про биткоин слышали многие, но как функционирует эта платежная система и что от нее ожидать, знают единицы. Криптовалюта. Это и майнинг, и криптовалюта, а еще биткоин. Криптовалюты, биткоин и эфир. После длительного падения в понедельник вновь вернулись к росту. Золотые времена для российских инвесторов в криптовалюту и майнеров закончились. Государство возьмет под свой контроль оборот и эмиссию криптовалют в России. Путин озабочен рисками, которые несут в себе криптовалюты для неподготовленного к инвестициям российского населения, а также тем, что через биткоины
отмываются полученные преступным путем средства. Государство должно взять это все под контроль, сообщил Силуанов. Оборот криптовалют в России необходимо регулировать так, чтобы защитить интересы граждан и бизнеса, но при этом не мешать развитию финансовой системы. Об использовании относительно нового финансового инструмента биткоинов или криптовалюты шла сегодня речь на совещании у президента. Тема криптовалюты президентом на подобных совещаниях еще ни разу до этого не поднималась. Использование криптовалют может быть удобным, но несет серьезные риски, в том числе дает возможность для отмывания капиталов, ухода от уплаты налогов и даже финансирования терроризма. Мнение Владимира Путина. Президент предупредил, с виртуальными деньгами, какие бы возможности они ни открывали, стоит быть осторожнее. Большую популярность, известно, приобретают и получили уже виртуальные или иначе криптовалюты, которые в некоторых странах стали уже или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски. Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма. Договорились о следующем, о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения, сказал министр, добавив, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне. Банально, конечно, а способ просто не пустить на рынок каких-то независимых игроков, потому что мы знаем, там, что все майнинговые фермы, например, они находятся в России под олигархами. И находятся в России совершенно легально, то есть прямо непосредственно соседствуют с энергостанциями, да, там в Абакане есть известная майнинговая ферма. Да. На севере дармовая электроэнергия. Конечно, да. И очевидно, что это не может происходить без какого-то согласия, эксплицитного согласия властей. Поэтому власти рынок криптовалюты в этом смысле очень хорошо контролируют. И на самом деле очень хорошо понимают, что запретить топорно, запретить вхождение биткоина абсолютно невозможно. Это даже не какой-то сизифов труд, да, это просто, ну, абсолютно такой маниловщина, да. То есть этого никогда не произойдет, но это не значит, что они не могут ограничить вход, увеличить порог входа в криптовалюту. Да, я просто здесь тебе добавлю, буквально неделю, может, назад или полторы, вот мы видели новость о том, что одна из замов Набиуллиной из ЦБ ушла работать в Binance, ушла работать в криптовалютную биржу, крупнейшую криптовалютную биржу, китайцы ее держат, Binance. То есть это говорит о том, что, собственно, инфильтрация-то уже происходит на разных уровнях в интересные такого рода институты, криптовалютные институты финансовые, в которые Россия тоже вливается, она входит в них. Это оно инфильтрирует инфраструктуру, на которой сходится значительное количество финансов. Да, и, конечно, контроль за Binance на территории России – это очень серьезный рычаг для давления, потому что те же самые процессы, которые происходят у нас в банках, например, по желанию государства блокируются счета каких-то видных оппозиционеров, то же самое очевидно будет делать Binance. Это мне не вызывает никакого сомнения. То есть Binance, по-твоему, пойдет на такое? Абсолютно не удивлюсь, я не думаю, что это произойдет как-то в ближайший год, но я абсолютно уверен, ну, слушай, если Google прогибается под Кремль, если под Кремль прогибается Twitter, там другие социальные сети, просто гиганты, то, конечно, то же самое сделает Binance, особенно учитывая его китайское происхождение, как ты правильно заметил. Поэтому это я ожидаю стопроцентно, и с самого первого дня, вот я в криптовалютах с 2011 года про них пишу, я говорю, что, ребят, узкое место. Как только вас просят показать документ, предоставить паспорт для торговли, в том числе криптой, в этот момент государство о вас узнает вообще все. И в этот момент вы рискуете тем, что государство за вами просто придет, потому что будет буквально знать, что у вас есть определенные деньги. Это мне всегда казалось неоправданным риском. У меня лично никогда не было аккаунта в криптобиржах.